Праздничный тарантас шумный с песнями заезжает в один из дворов. Так раньше в деревнях готовились к сабантую. Эту традицию до сих пор чтят и любят. Правда, сейчас это больше символический жест, чтобы поднять горожанам настроение и известить о готовящемся празднике. Вот подарок. Полотенце принесла и ковшик. Как будто мы в детстве. Вот я очень рада за то, что такие традиции продолжаются у нас в Нижнекамске. Сбор подарков к сабантую ведут в нескольких микрорайонах города. Все, кто желает поощрить борцов, участников состязаний и артистов, должны привязать к шесту полотенце или платок. Раньше эти вещи считались ценным подарком. Также часто преподносят мыло. В этом году жители 6, 7, 8 микрорайона в общей сложности собрали 450 штук предметов, среди которых также есть мягкие игрушки. Настроение хорошее, ждем городскую сабантую, все пойдем на праздник. Очень хотим увидеть что-то новое. Праздничный тарантас закончил свое путешествие в парке имени Тукая, а вот гуляния там продолжились. Ну и как же без праздник без игр, да, национальных игр. Сегодня мы вот и бег с яйцами, и в мешках, и, в общем, все то, что возможно, все играем. Весело и, вот вы знаете, праздничное настроение у всех. Все собранные подарки будут разыграны на сабантуе в спортивных состязаниях. Праздник состоится уже завтра на городском Майдане. Мероприятие стартует с 8 утра.